Всем доброго времени суток. Меня зовут Горыныч. Это 24-я часть видеопрохождения игры Ведьмак 2 Убийца королей. Так, ну что нам нужно сделать? Нам нужно найти друзей Димитра и разузнать о них, где этот говнюк обретается. Легко справиться. Так, это совсем не то. Этот спортсмен доходяга. Давайте спустимся вниз, посмотрим. Может быть, в общем зале кого-то найдем. Так, опять будуар. Опять я промахнулся. Ну туда пошел. Так, общий зал. Вот этот дружбан стоит. Ты работаешь на Димитра? По кличке Мелкий. А ты кто такой? А то знаешь, деловой. Я уже запутался, кто тебя прислал. Вы можете с ней подраться. Это баба, ребята, напишет их, или сам Варенек. Говори живо. Ваше дело, я его запугал. Я слышал, вы добыли на охоте тролля. Не твое собачье дело. Слышал о мяснике из Блавикина? А кто о нем не слышал? Говорят, он с одного удара может нутро вскрыть. Это точно, я могу. И если ты мне не скажешь, где сейчас Димитр, я по стенам твои кишки развешаю. Ладно, ладно. Говори. Димитр торчит на кладбище, ну, вот рядом с этой затрипанной деревней. Видишь? Ведь можешь, если захочешь. Собственно говоря, мы сейчас сюда и пойдем. Для того, чтобы выполнить квест. Так, на карте, кстати, там кладбище не видно, но это я хотел сказать, сразу того, за деревней, в общем, первый поворот налево. Поскорее уехать. И да хранят нас боги на лесных дорогах. Ну, больше никто с нами тут болтать не хочет. Ну и прямо с ними. Так, вот, кстати, мы попали снова в бордель. Этот ведьмак. Слышала про нового местный ведьмак из Стрыга. Рабочая площадка, так сказать. Нет, расскажи. Ведьмак выпивает. Ну, здесь можно найти хозяйку борделя. Утром Галина. Ну, телки тут шутки отмачивают, типа анекдотов. Снова этот ведьмак. Так, если мы зайдем в эту дверь, мы найдем здесь Галину. Вот она сидит здесь у нас. Вся такая красиво накрашенная. Давайте ее пока ограбим. Она все равно против не будет. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Что ты знаешь о коменданте? Не, Гарвина. Мастер Лоредо замечательный человек. Но спрашиваем ее о коменданте, она, естественно, нам ничего плохого не сказать. Такие, какие не может или не быть. Хочет. Он всей торговлей в фактории заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Великолепно. Таких верных подданных еще поискать. Не знаю, я выбрал таких первый вариант ответа. Чтоб не обострять. Чего мне громкая слава? Я женщина скромная. Какие напыщенные слова. Свое место знаю. Женщина Лоредо скромная. Наш предводитель. Живем мы хорошо, и все в порядке. Ну ладно. Говорили, грубо говоря, хватит. Пойдемте все-таки заканчивать квест с бедным троллем. Но все равно здесь ничего нового не скажут. Тогда не знаю. Доброго дня. Приятного аппетита. А вот и наш герой. Поднимаемся по лестнице и выходим из трактира.
через этот выход. Как-то поближе будет. Смотри, что делаем. Так как я подумал, что Димитр там будет не один, мы сейчас примем эликсира, чтобы нас там сразу не контрапупили. Ой. Ну вот, и Волгоиграч. По-моему, тут будет достаточно. Что-то походу я не туда побежал первый раз. Да. Абсолютно не туда. Пропустил я этот поворот. Вот. Забираемся сюда. И вот видим кладбище, и там Димитр со своей шайкой. И плюс еще я сейчас стальной меч усиливаю паучьим ядом. Совсем верно все было. Лоредо догадается, что это и... обычный эльф, а не белка. Слушаем разговор. Хрен он там догадается. Уши острые, вот этот острые. Татуэт, нарядим труп зеленой тряпки, а Лоредо нам Димитр. Отвалит сотку. Он всегда узнаем, столько за голову что, дает. Говорят, Малена берет еще больше. Убивают всех подряд. Выходит, стражников мочить не только еще круче, ели, но чем эльф. Мирных жителей. Не хочу я больше слышать про эту суку, ясно? Продала нас шмара. Вот опять ничего, же узнаем скоро про Малину. Не шибко ты ее ублажал. Тут, по идее-то, она как раз не очень хорошая эльфка. Это а следующая жмурик, часть видеопрохождения такой? Будет. Положим его с нашей кейс. Покойной белочкой. Какой-то шпик из Вызивы. И вот... Лоредо велел от него избавиться. А раз на нашей жмурне появились свободные места, надо лежит, пользоваться, это, покуда есть возможности. Министерство безопасности, похоже, Тимири. Шпионы, когда мертвые, никогда сами на себя не похожи. Надо будет его еще обыскать, прежде чем письмо, землю уйдет. Не отправил. А твое, сука, начальство. Какое дело? Тебе привет от тролля. Ну, сразу убить пошел его, на обострение. Без свидетелей. Мы ему передаем привет от тролля. И начинается бой. Так, ну естественно, надо сначала вот, не так ловушку поставить. Вовремя отпрыгивать. Вести себя достаточно осторожно, потому что Димитр тут еще шкаф, и плюс еще вот этот вот бандит, он со щитом. Нам повезло, что мы его отрубили. Так, еще один в драку включил. Вот. Попал на нашу ловушку, мы его отравили. Так, Димитра мы контрапупили. Попробуем разобрать с оставшимся. Оставшийся тут последний совсем слабый. Ну и все. Значит, давайте собираем все, что у них есть. Кстати, у Димитра находим ключ от убежища. Все-таки сейчас вот только догадался. Вполне возможно, я знаю, где это убежище. В следующей части вы увидите. И чуть попозже я, наверное, туда все-таки
пойду их навещу, их не убежище. Пещера или бобы, блин. Вот рапорт Темерской секретной службы от жмурика по имени Быстрик. Это ключ от убежища. Так, ну, по поводу убежища, скорее всего, это убежище находится в самом конце пещеры, куда Малена заманила двух стражников. Ну, в следующей части вы увидите это место. Хотя, может быть, и нет, потому что у меня там дверца это не отпиралась. Ну, не суть. Не суть. Теперь надо нам поговорить с троллем. Дорогу мы уже прекрасно знаем, где находится тролль. Рядом с разрушенным мостом. Больше здесь на нас никто нападать вроде как бы не собирается. Что-то накеры как вымерли. Членистоногие тоже спать отправились. По ходу дела. Так что спокойно бежим вперед. Ну, вообще-то нет, там кто-то очнулся. Здорово для этого. Это очередной идиот. Индриага, блин, или как там ее? Выносим тварь и идем разговаривать с троллем. Значит, ну, я просто тут восстанавливаю то, что я сейчас использовал из мутагенов, ласточку и волгу, ну, чтоб в кармане были. Так. Ну, спускаемся. Троллять у нас спокойно спит. Тебе водка совсем глаза залила. Зачем вернулся? Ну, зачем вернулся? Я нашел голову твоей жены. Что нашел голову. Никогда тебе этого не забуду. Я не забуду. Награду дам. Буду еще пить. Или ты голова людишки убийцы принести? Ну, это мы уже сделали. Дать водки, краснолюд. Так, опять, тебе водка совсем глаза залила. Говорим, что зачем те, вернулся? Убил его жену, уже мертвы. Я наказал убийц твоей жены. Моей? На кладбище найдешь то, что от них осталось. Найду. Починишь мост? Починю! Только гляди, чтобы лапы не тряслись. Вот, король согласен починить мост. Нет больше пить! Разум пить стал перестали. Спокойный! Так, ну а теперь нам надо забрать награду у Войта. Вот мы получили в награду чертеж доспехи ворона. Кстати, когда их создам, я их... Эти доспехи-то я одену. Они лучше того, что сейчас на мне. Так, опять попрыгушки. Бежим в деревню Бендюга. Я там его сразу не нашел, но он находится у себя дома, лежит спокойно на постельке. Седьмые сны видят. Но мы ему просто так спать не дадим, потому что задание мы выполнили. Надо получить по счету с него. Так, вот этот дом слева. Если зайти в эту дверь, то он слева на постели лежит. На палатях, блин. Я вот видите, вроде бы его как бы нету, нифига, но
По идее, он сейчас должен домой вернуться. Каким образом он проскользнул, я не знаю. Вот смотрите, сейчас я открываю дверь. Его уже на улице нет. Дома, оказывается, находится. Видишь, торопится. Видать, работу. То есть вообще как шикарно так получилось. Одна накладка за другой. Так, опять заходим в его хибарку. Нет, не в его, а к этому самому, к пораженному. И просим его изготовить доспехи ворона. Нам этот предмет делает. Сейчас мы сравним его с тем, что на нас сейчас надето, да, гораздо лучше. Намного причем. Надеваем. Так, и ставим усиление. И один еще свободный слот там остается. Теперь идемте все-таки Войта проведаем. В это время уже вернулся и посапывает все спокойно. Вот я еще раз отбежал вокруг дома. Все-таки решил, что он вернулся к себе в родную хату. Ну вот он уже в постель завалил. Давай, сколько обещал? Прошло 5 секунд. Получишь 100. Ну нормально, да, блин? Я еще, я офигею. Я договорился с тобой и с троллем. Потом добро делается, они ты нет. Пытаются. У меня продешевить. Нет таких денег. Ты поищи. А если ну, не найду, его тогда убедили. Я поищу. Это разбой. Тогда я буду искать. Подавись. Все правильно. Ну охренеть себе разбой. Ведьма. Нормальный ход, мужик. Так, ну новых талантов мы как бы не получили. Делаем активно задание по умолению. Не знаю, как у вас, но я туда пойду ранним-ранним утром. Не хочется в темноте там махаться. Тем более, судя по тому, что я услышал, нам придется спускаться в пещеру. Так, проходим опять в город. Эльф все еще висят на виселице. Ну, давайте поскидываем все, что нам не нужно, и дадим то, что нам продадим, то, что нам не надо. Кайло, блин, вообще пипец, я офигею. Так, еще два меча откуда-то у нас взялось сейчас. Надо будет посмотреть, что они из себя представляют. Так, Илги, да, действительно много. Грач тоже скинуть. Ну, ловушку тоже уберем. Покуда она нам не нужна. Компоненты. Чего тебе? Так, веревочная лестница. Нафиг она тут. Так, вот давайте посмотрим, сравниваем. Так. Ну, они хуже, чем мой меч, который у меня сейчас. Вот это мой крепкий корт. Поэтому я их нафиг продам.
Так, ну, по поводу Малены, это уже в следующей части видеопрохождения. Всем спасибо за просмотр. Пока. Будь здоров!